Привет всем, с вами Лёша, и сегодня я буду открывать капсулы в CSGO. У меня не такое большое количество, всего 15 капсул. В данный момент скидку все еще не убрали. Скидка, напоминаю, где-то была добавлена 7 апреля, сегодня у нас 5 мая. Я не знаю, когда уберут скидку. Возможно, 7 мая и уберут, как бы. Ну, типа, месяц прошел, как вариант. Может быть, вот такой. Так что готовьтесь. Кто еще там открывает, открывайте. Кто инвестирует, закупайте быстрее наклейки там. Возможно, с капсулой неизвестно, что будет. Пытаюсь выбить какую-нибудь топовую наклейку, но с моим балансом, который у меня всегда маленький, да, я не могу себе позволить, ну, покупать там по 100 капсул, ну и так далее, по 200, да, потому что я не могу взять так просто и 5 штук слить на какие-то капсулы, понимаете, да, я все делаю по своим возможностям. Вот, я купил по 5 капсул, 5 легенд, 5 челленджеров и 5 контендерсов, да, получается. Раз, два, три, четыре, пять, да. Ну, давайте открывать. Что, я надеюсь хотя бы на металлическую, только хорошую, пожалуйста, как минимум. Конечно же, 90% случаев выпадет синяя наклейка. Ладно, давайте уже буду открывать и говорить. Не знаю, что говорить, но просто... Да, между двумя голографическими. А вот я в последнее время контрактами там занимался, и мне вообще не везло, понимаете? Ну, блин, может быть здесь, ну, эта удача чуть-чуть сюда перейдет хотя бы. Ну, понятно. А в легендах, я так понимаю, ничего не выпадет, потому что уже одна синяя летит. Виталити. Отлично. Легенды. Четвертая, да? Нави, стой хотя бы. Это хорошо. Но, блин, она даже не голографическая. Ну, блин, слушайте, 15 капсул это по факту еще копейки. Это, конечно, сейчас было. Нормально. Ну, вы видели, да, металлическая слева и, ну, и справа. О том, что мечтает каждый, кто открывает капсулы, блин. Так, ну, теперь я забыл сказать, да, это у нас челленджеры пошли, Астралис выпало. Блин, так обидно. Так близко было. Ну, стой хотя бы голографическое. Напоминаю, вот эти вот все синие наклейки, они даже одну треть капсулы, они даже одну пятую капсулу не окупают, понимаете? Капсула стоит 19 рублей по скидке, а наклейка стоит 2 рубля. Ну, считайте, в 10 раз дешевле практически. О, боже, ну хотя бы, я не знаю, какую-нибудь... Хотя бы любую дешевую золотую хочется. Ну, хотя бы вот. Ну, среди вот этих золотых вроде уже самое. Хотя, может, скорее всего, биты самые дешевые. Хотя, может, я, короче, я ошибаюсь. Наверное, все-таки OG самые дешевые из золотых. Блин. Короче, слушайте, не жадничайте, как я уже... Ну, открыл примерно, ну, я не знаю, сколько я вот так по 10, по 20 открываю капсул постоянно. Или по 5 там открываю, по 5, по 10. И, в общем, я где-то открыл, наверное, 50, может быть, больше, 70. И еще ни разу ничего вообще не выпало, понимаете, да? Если вы будете открывать, то сразу закупайте, ну, 100. Если у вас есть возможность, да? Так, ну что, контендеры, легенды были очень близки. В этой капсуле почти все отстойные наклейки, кроме Тайло.
Одна голографическая за 11 капсул. Вы понимаете, насколько это жестокая неудача? Смотрите, раз синяя, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 синих подряд людям. Это как в кейсе, армейка вам 10 раз подряд упадет. Людям там через каждые две наклейки холо падает, металл или, блин, кто-то золото умудряется выбивать. Понятно. Ну, блин, ну, хотя бы металлическую, ну, пожалуйста. Пипец. Понятно, короче, давайте последнюю открою. Может, на ней повезет. Три сраных наклейки Генжи. Это просто ужас. Стой! Ну... Самое стрёмное! Блядь! Я тебя убью! Ладно, я шучу, но это реально, это, по факту, это самое отстойное, вообще самое, вообще стрёмное. Спасибо, что металлическое, но это самое ужасное, понимаете? Даже не дело не в том, что самое ужасное, она еще самая дешевая. Это самая вонючая, отстойная команда вообще среди всех существующих команд за все время, понимаете? Ренегейтсы это просто, блядь, самая уебищная, я извиняюсь, но это самая ужасная команда за всю историю CSGO. Они играть не умеют, и при этом их наклейки всегда самые стрёмные и самые дешевые, понимаете? Даже, короче, ладно, ну спасибо хоть на этом, металлическое, но это дерьмо. Это ужасно. Анна, короче, очень близко было, когда я открывал легенды. Вы видели, да? Прям рядом была золотая. И выпала нам все-таки одна. Ну, блядь, самая отстойная. Это просто ужас. Ее проще купить, понимаете? Проще зайти на ТП и по факту ее просто купить. Ах, ладно. Всем пока.